В преддверии Нового года всероссийский проект «Мечтай со мной» ежегодно организует благотворительную новогоднюю акцию «Елка желаний». Мероприятие направлено на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Вот уже второй год данный проект активно поддерживает Кашхабльский район. Сегодня в зале администрации района появился главный атрибут предновогодних праздников. На переливающиеся огоньками елки письма с пожеланиями детей Кашхабльского района. Глава муниципалитета Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев сняли с елки первые письма. Уже в ближайшее время они исполнят заветные желания юных жителей нашего района. Их примеру последовали заместители главы района, начальники управления районной администрации и главы сельских поселений. Ни одно из оказавшихся на елке желания, а их было 21, не останется без внимания. Все они сбудутся до наступления главного праздника, которого ждут все без исключения.